Такой вот, мужики, я себе костюмчик приобрел. Суконочку. Очень давно хотелось такой костюм. Хольстеровский. Очень давно хотелось попробовать его. В принципе, у меня в детстве, в школьные годы, был костюм из сукна. Отцу, отец работал в лесной промышленности. И им выдавали как спецформу суконные костюмы. Отца уже очень давно нет. И две суконные куртки за ним донашивал я. Очень удобные они были. Плохо промокали, легкие и теплые. И вот разорился на такой костюмчик. Сейчас немножко расскажу о нем. Костюм с капюшоном. Здесь есть затяжка вот такая. Затягиваться можно, размер подрегулировать по своей голове. На рукавах такие вот резинки широкие. Очень мягкий костюм. Два кармана. Недостаток. Карманов мало. Но они такие довольно-таки глубокие карманы. Можно положить там документы, там на разрешение на оружие, что-то еще. Здесь я буду носить, конечно, с патронтажом. Да, костюм был, куртка была немного длинновата. Вот такая вот она была. Я отдал знакомой швее, она мне подшила и вставила сюда вот шнурочек. С такой вот штучкой, что можно раз и подтянуть, затянуть, чтобы не поддувало. Так, костюм очень хороший, теплый. Буду в нем охотиться. Позднее сделаю отзыв о нем. Такие вот дела, капюшон на шнурочках. Сейчас сниму куртку. А, здесь вот еще такая вот застежечка. У шеи такая застежка. Очень такая, мне кажется, удобная. Сейчас покажу штаны. Такие вот штаны. Высокие. Штана в два кармана. Колени прошиты двойным слоем сукна. Здесь молния высокая вот такая. Подтяжки очень удобные. Но единственное, что, скажем так, молния двойная. Единственное, если по большой нужде приспичит, то придется куртку снимать, чтобы сходить в этом костюме. Ну вот так тепло, в спине будет очень тепло. Считайте, двойной слой сукна получается здесь. Это и куртка, двойной слой сукна. Очень теплый костюм. Давно хотел. В Ютубе очень много обзоров на разного вида костюмы. На холстер я пока не видел. Да, цена данного костюма составляет 4000 рублей. Я думаю, он того стоит. Забыл добавить. На плечах, на обоих плечах широкие вот такие ленты с резиновыми вставочками. Будет очень удобно носить рюкзак. И погон ружья не будет скользить по плечу. У меня погон на ружье тоже прорезиненный, но резина по резине будет вообще здорово. Скользить не будет. Вот такой вот костюмчик. Очень я доволен. К промысловому сезону я полностью готов. Осталось купить тушенки, каш каких-нибудь там. В общем, то, что буду кушать на охоте. А так все готов. Патроны заряжены. Пуль купил. Нынче купил пуль Полева 6. Очень люблю их. Хорошо летят они у меня. Лося будем стрелять Полева 6. Позднее сделаю обзор стрельб. Покажу, как мое ружье стреляет этой пулей. Что еще добавить? Да, наверное, после вот этого видео я пропаду порядка так на месяц, наверное. Не теряйте меня. Я буду на охоте. Буду много снимать. Чтобы было вам что потом показать. Если будет возможность в деревне там у меня скинуть видео, то я, конечно же, это сделаю. Будем охотиться с друзьями. И о
одиночные охоты тоже будут присутствовать. Будем выходить на ночь, может, не один раз. В общем, поохотимся, ребят. Давайте. Всем удачи, в общем, всем пока. Ждите новых видео. С вами был Серега и канал Вятка Хантер.